Концертная пьеса для трубы и духового оркестра. Пьеса посвящена авторам, одному из его лучших учеников, заслуженному артисту России, полковнику Сергею Дурыгину. Соло на трубе. Владимир Молодых. Дирижирует Сергей Дурыгин. Прочитал, кому это посвящено. Честно говоря, мне так неудобно стало, Виктор Иванович. Я всем рассказываю. Я говорю, ну я же не такой выдающийся музыкант, чтобы мне уже посвящать. Я слишком маленький. Но тем более, но мне Виктор Иванович сказал, что это мне на будущее. А главное, говорит, ну хотя бы партитуру наизусть выучите. Пришлось выучить.